находимся в городе Стокгольм. Вот эти вот, видите, вот эти ботинки, они очень сильно отличаются от всех других ботинках, поэтому я их запомнил. И также они были приобретены в Мадриде, ты же брала эти, да? В общем, вот такие вот туфли. Здесь мы сейчас находимся в Стокгольме, смотрите, у них цена 1300 шведских крон. Это минимум 130 евро, минимум. То есть это примерно около 140-150 евро, но минимум 130. В Мадриде они стоили 30 евро. Вот такая вот разница. Пока все, смотрите Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, солнечная Калифорния.